Спасите наших детей, пожалуйста! Там наши дети, они пострадали! Во дворе Карганинской школы номер 50 импровизированный митинг. Школьники всех возрастов и их родители требуют выгнать из города семьи пособниц и убийцы второклассницы Анны Ткаченко. В руках активистов пачки листов с подписями родителей. Успокаивать митингующих пришлось начальнику Кировского РОВД. Я как начальник отдела полиции, я мог бы ограничить свободу, понимаете, есть суд. Полицейский попросил подчиненных записать вопросы жителей, пообещал дать каждому официальный ответ. Но главный вопрос, как жителям этого микрорайона жить дальше, остался без ответа, говорят родители. Я свою дочь привожу утром и забираю в обед. Она сама домой не ходит. Но после этого случая мне придется сидеть на уроках. Второклассница Аня Ткаченко была убита 2 июня. Три приятельницы позвали ее с собой на озеро. Там девочки поссорились, и 9-летняя Каролина избила Анну на глазах у одноклассниц, а после задушила ее спортивной курткой. По словам убийцы, ссора произошла из-за украденной куклы. Однако соседка семьи Ткаченко Анастасия Зарбиди утверждает, что этот конфликт длился давно, и троица неоднократно издевалась над Анной. Она жаловалась, что они в парке ее отпинали. Я вот ходила на разборки, потому что там они должны сестер взрослых позвать. Ну, подошла, говорю, зачем вы ругаетесь? А вот эта Каролина, которая вот ее душила, говорит, все, мы помирились, типа, мы больше не будем ругаться. Это нужно заставить всех думать об этом, какие-то законы принимать. Психолог Анна Кудеярова утверждает, что на проблему детской преступности в стране власти предпочитают не обращать внимания. По ее мнению, необходимо проверить учебное заведение, в котором учатся девочки, и провести сеансы психоанализа с родителями пострадавшей и убийцы. Если необходимо, надо менять законодательную базу и ужесточать ответственность несовершеннолетних. Ну, всю нашу общественность поставить, не знаю, ну, на уши, да, по жаргону, не знаю, бить в колокола, бить в набат. Обсудить все наши указы, приказы, законы, поменять что-то в законодательстве. Конечно, я возмущена, вот просто человек со стороны я возмущен. Как это так? Такое преступление, и как будто нет объективно никакого наказания. В противном случае ситуация будет только ухудшаться, считает психолог. Социальные проблемы, безработица и бедность вырастили в республике поколение жестоких и циничных граждан. Все эти нескончаемые годы перестройки и независимости, это нескончаемые годы кризиса получилось. Конечно, люди очень злые, родители очень злые. И это обязательно передается. Уже 2 недели безуспешно пытаются добиться наказания пособницы малолетней убийцы Анны Ткаченко. По слухам, одна семья уже переехала, 2 другие остались на месте.